На Урал пришла настоящая весна. Сегодня на улице местами потеплело до 9 градусов. Хотя среднемесячная температура воздуха в марте в Свердловской области составляет всего минус 3,6 градуса. По сообщениям Уральского гидрометцентра, в регион пришли регулярные оттепели. В Первоуральском зоопарке из зимней спячки уже вышли медведи. Но весеннее настроение у горожан может поменять очередной атмосферный фронт. В ночь на вторник он принесет порцию осадков, в основном в виде мокрого снега. В региональном МЧС предупреждают, завтра ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. При этом незначительно похолодает, например, ночью 15 марта до минус 11 градусов, днем плюс 5. 16-17 марта осадков уже не предвидится, днем вновь до плюс 9 градусов.